На российской авиабазе Хмеймим в Сирии выступил хор Валаамского мужского монастыря. Перед началом концерта восковой священник совершил праздничный молебен. Поездка хора была организована Главным управлением по работе с личным составом Вооруженных сил Российской Федерации. По словам пресс-секретаря монастыря Михаила Шишкова, к приезду монахов помещение столовой на авиабазе в считанные минуты было переоборудовано в удобный концертный зал с необходимой звуковой аппаратурой. Перед началом концерта состоялся праздничный молебен, который совершил военный священник Илья Азарин совместно с хором Валаамского монастыря. На концерте присутствовали более 300 военнослужащих, говорится в сообщении. Для российских военнослужащих, ведущих борьбу с ближневосточными террористами, исполнили песни «Эх, дороги», «Тальяночка», «Катюша» и другие. Особо тепло зрители принимали «Жди меня» и «Я люблю тебя, Россия». А во время исполнения песни «Дня Победы» зал встал и, аплодируя, пел вместе с хором.